В США водитель-подросток завис на крыше. Снимали его уже спасатели. А дело было так. Тинейджер угнал машину и решил погонять на ней. Ну, как говорится, на районе покатался. Но не справился с управлением. Автомобиль буквально взлетел в воздух и перевернулся, ломая ветки деревьев, почтовые ящики, линии электропередачи. В итоге машина зависла на крыше дома. Юного рейсера доставили в больницу. Состояние его стабильное, а вот автомобилю не позавидуешь. Life is short, and stealing cars and running, that's where you end up at. That is exactly where you end up at in the hospital. He's lucky he's not dead, probably, looking at that car.